Сотрудники приморской полиции прекратили деятельность борделя, который долгое время работал на территории Первомайского района Владивостока. Оперативники установили, что в незаконный бизнес были вовлечены две несовершеннолетние девушки. Салон по предоставлению интим-услуг жителям Первомайского района представлял из себя апартаменты с многочисленными комнатами, душевой и кухней. Организатор бизнеса брал помещение в аренду и отбивал эти деньги с лихвой. От посетителей не было отбоя, а будущих работниц и клиентов администратор искал через объявления в газетах. В результате в занятия проституцией были вовлечены три жительницы Приморского края, а двое из них несовершеннолетние в возрасте 16 и 17 лет. Организована проверка по факту предоставления собственникам помещения для занятия проституцией. В отношении работников заведения возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям «Занятие проституцией» и «Получение дохода от занятия проституцией». В ходе осмотра помещений полицейскими изъяты деньги, бухгалтерские записи, мобильные телефоны, на которые поступали звонки клиентов. Используете как квартиру еще раз? Никак. Никого нету здесь. Вы здесь живете? Да. Где ваши личные вещи? Вот это что такое? В шкафу здесь у меня. Администратор, водитель и девушки, оказывающие услуги интимного характера, задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции. По всем выявленным фактам проводятся проверки. Согласно действующему законодательству, за совершение действий, направленных на организацию занятия проституцией, а также содержание притонов или систематическое предоставление помещений для этих целей, подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы. В свою очередь, несовершеннолетним путанам придется отправиться домой. Но пока они помещены в социально-реабилитационный центр «Парус надежды». Сейчас полиция ищет родителей девушек.